Привет! Сегодня мы на кухне наших клиентов. Вот, выполнили подсветку после того, как выложился фартук из плитки. Мы находимся в новом районе Минск-Мир, который находится на территории бывшего аэропорта Минск-1. Это центр города, шикарный молодой район. Новые дома, значит, новые планировки, новые решения. Вот хочу представить вашему вниманию кухню, сделанную в стиле минимализм. Белые цвета, то есть белые фасады. Под дерево столешница, значит, фасады это пластик, АГТ. Значит, матовый, белый матовый цвет. Значит, столешница Эгер, сделанная, значит, цвет Небраска, дуб Небраска, пасформинг. Значит, ручки внизу, профильные ручки белого цвета, тоже хорошо смотрится. Значит, фартук, вот белая плитка, ну, фартук это заказчики делали. Значит, корпус здесь белый. Эгер 908, гладенький, ЛДСП 18 мм, кромка везде ПВХ. Значит, данная кухня, она как бы встроена, сделана в потолок. Вот шкафы до потолка. Значит, здесь есть встроенный холодильник. Вот, ну, немножко в нишу не поместился, и как бы поэтому здесь такая стойка. Потому что здесь 580, а надо как бы 600, поэтому немножко сюда вышли из ниши. Также есть карго, ну, то есть бутылочница, сеточка такая. Также у нас имеется посудомойка встроенная. Есть, так, это не здесь. Есть вот сушка для посуды. Фурнитура Блюм. А кроме верхних фасадов, верхние фасады у нас уже, получается, петли ГТВ стоят, то есть открываются от нажатия. Вот, ну, что я хочу сказать, было три варианта. Первый экономный, такой бюджетный, второй, значит, оптимальный, то есть вот это второй вариант был. То есть сначала нарисовали, потом просчитали. Было три разных стоимости, три разных варианта по материалам и фурнитуре. Выбрали такой более оптимальный, не слишком дорогой, но и не дешевый, такой оптимальный вариант. Вот. Также выполнена допом вот такая барная стоечка. То есть металлическая нога, сделана из трубы, сваренная, покрашена в краской Soft Touch. Вот, в общем-то и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Всем добра, удачи!